Летние каникулы школьники всегда ждут с нетерпением. Еще бы, никаких домашних заданий, книжек и тетрадей. А вот перед родителями стоит дилемма. Как сделать так, чтобы именно эти летние каникулы запомнились чаду на долгие годы? Многие отдают предпочтение детским оздоровительным лагерям, с которыми ассоциируют веселые праздники, игры и конкурсы. И, конечно же, песни у костра. А самое главное, дети под присмотром опытных педагогов, в чистоте и порядке. И не ошибаются. Сегодня санитарно-эпидемиологическая обстановка в брестских оздоровительных комплексах на довольно неплохом уровне. Проверки в лагерях проходят регулярно. В соответствии с нормативными документами, регламентирующими госнадзор в данном оздоровительном сезоне, у нас все оздоровительные лагеря в рамках госнадзора посещаются не реже одного раза в неделю. Это круглосуточные, и остальные лагеря, это, допустим, дневные другие профильные оздоровительные лагеря, не реже, чем один раз в 10 дней. Вместе с представителем областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья наша съемочная группа отправилась в детский оздоровительный лагерь «Волна» в Кобринском районе. Сегодня здесь оздоравливается около 250 ребят из самых разных уголков нашего региона. Сразу по прибытию Екатерина Минец оценивает инфраструктуру комплекса. Качественно сделанные дорожки, яркие прополотые клумбы, вокруг чистота и порядок. За такую работу сотрудник санитарно-эпидемиологического контроля ставит заслуженную оценку «отлично». По словам руководителя лагеря Вячеслава Ходина, высоких показателей в этом направлении удается достигать благодаря тому, что в качестве выполняемых работ заинтересованы сами сотрудники лагеря. Я думаю, из-за того, что добросовестный подход людей, качественный отбор кадров, ну и вообще желание работать, ну и у детей желание отдыхать, получать новые знакомства, новые эмоции и оздоравливаться в первую очередь. Далее последовали проверки кухни, жилых корпусов отдыхающих, а также территории у водоема, одного из наиболее опасных, а потому и серьезно контролируемых участков. Пройдя по всем намеченным пунктам, специалист выносит вердикт. Состояние этого лагеря находится на достойном уровне. По результатам проведенного мониторинга оздоровительного лагеря «Волна», существенных нарушений санитарных норм и правил не установлено. Основные режимные моменты соблюдаются. В принципе, лагерь функционирует в своем рабочем режиме. Контроль за соблюдением всех требований ведется со стороны администрации. Мы видели, как бы, что и уборка проводится своевременно, как дети находятся на отдыхе. И своевременно проводится уборка и обеденного зала после принятия пищи. Проводится брокераж и так далее. То есть, как бы, можно сказать, что лагерь функционирует практически без нарушений. Чего бы хотелось в дальнейшем и добиваться в остальных наших лагерях. Специалисты считают, что дети – это самая неприхотливая категория отдыхающих. Несмотря на то, что первое время они могут капризничать, а малыши даже плакать, спустя несколько дней ребята резво рассекают по лагерным дорожкам. Поэтому задача взрослых – обеспечить школьникам качественный отдых, который будет не только веселым и интересным, но и полезным, чтобы 1 сентября отдохнувшие и повзрослевшие, они шагали навстречу попутному ветру и новым знаниям.